Кто придет в Челны на смену Наилю Магдееву? В чем тайный смысл послания Путина? Омский губернатор прикинулся спящим, чтобы не комментировать выбросы этилбензола. Обо всем этом вам расскажут и без нас. Гражданская война ВКонтакте. Группа «Доска позора ВКонтакте» сейчас насчитывает около 50 тысяч подписчиков. 25 декабря 2019 года группа была взломана, а все сообщения на ее стене удалены. Группа позволяла себе рассказывать истории о запоях депутатов городских советов, публиковать фотографии припаркованных на местах для инвалидов премиальных автомобилей и писать, что зимой улицы города не чистят совсем, поскользнувшиеся прохожие скатываются с тротуаров прямо под колеса автомобилей. Уверяли, что именно так этой зимой погиб один из горожан. Группу взломали, контент удалили полностью. Горячие головы в интернете решили, что эта кибератака не обошлась без санкций властей, а то и вовсе была их заказом. Неназванные киберпартизаны-добровольцы взялись отомстить, и ехидные комментарии спамботов заполнили группы официальных изданий правительства и вроде как частного, но по общему убеждению как-то хитро финансируемого правительством издания «Медиапоток». Официальные издания называются «Марийская правда» и «Мэтр» – «Марий-Эл» телерадио. Формально эта история произошла в Ишкар-Оле, но это не ишкар-олинская история. Интернет безграничен, и это первая в России гражданская война в интернете. Апатичный глава края, пришлый варяг Евстифеев, упустил ситуацию в карликовом субъекте федерации, и теперь крохотная Мариэл создала прецедент. Общество решило, что власть закрыла клапан, через который выходил пар рассерженных горожан, и чайник мгновенно разорвало в клочья. Правительство получило ответную кибердиверсию, после которой возможность комментирования в группах официальных изданий правительства Мариэл закрыта до сих пор. Это не уличные столкновения, это не митинг без согласования, это не офлайновые беспорядки. На улицах столицы Мариэл спокойно, если не сказать скучно. Росгвардия не провела новогодние каникулы в усилении, но это была гражданская кибервойна, которую спровоцировало правительство. Мы расскажем вам некоторые детали этой истории, но еще раз, не обольщайтесь, ровно то же самое может произойти в любом городе, чьим руководителям не хватит ума и понимания, что виртуальная сетевая жизнь Урбана сейчас нередко важнее реальной. Каждый смотрящий этот ролик, несомненно, сможет примерить ситуацию на свой родной населенный пункт, вне зависимости от его размера. Группа «Доска позора» ДП, по сути своей, просто сообщество городских новостей и шейминга. Кондукторы не выдают чеки, отвратительно ходит общественный транспорт, сломавшего шейку бедра горожанина, отказались госпитализировать, некуда, переполнено. Человеку издевательски посоветовали ходить потихонечку, главное не сгибать ногу под прямым углом. Админ группы вроде как аноним, его знают под псевдонимом Билли Миллиган. В крохотной Ишкар-Оле, где все знают всех, анонимность — это ну такое себе. Билли Миллиган — это неуловимый Джо, которого никто не ловит. Вот герой спокойно дает интервью местному видеоблогу, например. Нельзя было говорить, что это Никита? Да ладно, не можно. Нормально, да? Пойдет. Стоит признать, что сообщество «Доска позора» – ничто иное, как инструмент того самого гражданского общества. Народ бесит, хамство и пренебрежение властей. Автобусы искать я не буду. Нынешняя элита десантом упала в республику не то из Подмосковья, не то из такого ада, как Саратов, где один выдающийся уроженец и тот Володин. В итоге гибнущая Ишкар-Ола исправно подавала сигналы бедствия во всемирную сеть. Формального главу республики Евстифеева в той самой группе «Доска позора» характеризуют как временщика. Он просто срок здесь отбывает. Евстифеев действительно не местный и в вечные льды Ишкар-Олы сослан как глава коллекторского агентства. Выжимает из скудного республиканского бюджета долги, которые наделал предыдущий глава Мариэл. К слову,
«Вечные льды Йошкар-Олы», эту гениальную метафору советского писателя Василия Аксенова, глава Мариэл Евстифеев воплотил в реальную жизнь. Тротуары зимой не чистят, перелом – это как насморк, обыденное сезонное явление. Глава республики, собирающий долги, ему плевать, он тут не живет, а прилетает. Пешком по городу не ходит, выходные проводит в московских апартаментах, ради чего пущен прямой авиарейс в Москву по пятницам. И вот тут вымирающему городу сносят из Кантача группу народного недовольства «Доска позора». Все, жаловаться больше некуда, даже условному соседу не поплачешься. Подводная лодка Йошкар-Ола ложится на дно, даже без права подачи сигнала бедствия автоматическим акустическим маяком. Лодка была потеряна, связь 12 числа в 23 часа 30 минут. Народ решает, что во всем виновата власть и устраивает самосуд. Око за око, а группа ВКонтакте за группу. Группа официальной газеты «Марийская правда ВКонтакте» украшается комментариями «Евстифейка, уходи». Комментарии бесконечно постят боты. Евстифейка – это, видимо, акроним фамилии главы Мариэл Александра Александровича Евстифеева. Группа портала новостей «Медиапоток». Тут появляется совсем откровенное «За ДП закрыть Евстивести». «За ДП» – это, стало быть, ответка за «Доску позора». Очевидно, надо трактовать это так. Это программа «Евстифести Мариэл» на канале «Новостей Доталова». Ну и наша любимая амурная тема. Евстифеев плюс Бутюкова равно любовь. Бутюкова – это, очевидно, министр молодежи и спорта Мариэл, что бы там у них не произошло. Тут важный дисклеймер. Мы не знаем правды. Мы не обращались за комментариями ни к той, ни к другой стороне конфликта. Почему? Потому что мы понимаем, что идиотов нет, и никто не скажет: «Да, мы отдали указание взломать группу «Доска позора ВКонтакте». Или: «Да, я купил спамботов для написания компрометирующих главу Мариэл комментариев в группах правительственных газет в ВК». Но мы глубоко убеждены, что перед Новым годом и в начале этого в Мариэл шла гражданская война в интернете между структурами, которые поддерживают главу Мариэл, и гражданским обществом. А возможно, эта война не окончена. Оставим в покое вечные льды Мариэл. Рвется там, где тонко, и война случилась именно там, потому что совпали факторы. Некомпетентный в современных коммуникациях глава республики, нищий субъект федерации, губернатор бросил территорию на все длинные каникулы и завертелась сказочная канитель. Но эта история могла случиться где угодно, и вполне возможно, что сейчас она повторяется где-нибудь в Омске, Новосибирске или Костроме, да где угодно. И есть из этой истории два очевидных вывода. Первый. Отлежаться не получится. Новая виртуальность не стучится в двери. Она есть. Вы или в ней, или она в вас. Вот мэр Нижнекамска под Новый год завел Инстаграм ради оперативной связи с жителями. Айдар Раисович, вы точно готовы к тому, что связь будет без ограничений? Жители будут писать не только то, что публикует за ваши же деньги независимая деловая и электронная газета «Бизнес онлайн», но и вообще будут писать все, что захотят. И убежать не получится. Не получится прикинуться спящим в сугробе. Мы проводим параллели между йошкар-олинской историей и татарстанскими муниципалитетами не случайно. Вся Йошкар-Ола по населению – это в лучшем случае район Казани. Детские ошибки, которые совершает сейчас в сети глава Мариэл Евстифеев, это как раз ошибки уровня мэра не самого большого города, делающего первые шаги онлайн. Путин считает, что интернет – это забор, на котором пишут все. Но никто из вас не Путин, кроме Путина. Это ваш забор, и на нем пишут. Читайте, пишите в ответ. Но смыть надпись вы не имеете права. И второе. А второе – это то же самое, что и первое. Отлежаться не получится. Многие, даже губернаторы, привыкли быть в домике или лежать, притворившись спящим в сугробе. Какие отрезанные ментами головы, какие пытки в тюрьмах, какие выбросы с нефтезавода, какого министра экологии запрещено поминать даже самому губернатору.
Вы все еще надеетесь, что поза страуса-технократа поможет вам сохранить должность? Поза страуса оставляет зад беззащитным. Население колонии, куда вас, технократов, сослали, будут методично истреблять, а вы отчитываться о ремонте фасадов? Этого не будет. Вы надеетесь, что вас выберут и так. Вы не воспринимаете всерьез экологических протестующих, алкашей с района и бабушек, вообразивших себе диоксин. Напрасно. Они вас выбрали, вы обязаны им отвечать. Иначе война, пусть виртуальная, но гражданская. Говорят, что високосный год тяжелый. Счастливого Нового года!